بنية هذا الرجل بالأخذ بيد أمتنا العظيمة وقيادتها نحو عهد جديد من الازدهار. استدم إلى اليسار، إلى اليسار. استدر إلى اليسار، إلى اليسار. حان الوقت لإظهار قوتنا الحقيقية. إنهم يستهينون بعزيمتنا. دعونا نريهم أننا لا نهابهم. سندمر بها كما ندمر بها. هكذا капитан Прайс. Аль-Ассад только что казнил президента Аль-Фулани в прямом эфире Центрального канала. У американцев свои планы насчет Аль-Ассада. Аль-Фулани уже ничем не поможешь. Менее чем через 3 часа в России будет казнен объект под кодовым именем Николай. Николай? Николай наш шпион в лагере сепаратистов. Именно он передал нам данные перед десантной операцией. Николай сейчас в аду. Проводим его. Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим. В
Лоялисты ждут нас в полукилометре к северу. Выходим. Лоялисты, да? Это кто, хорошие русские или плохие русские? Ну, открывать огонь при виде нас они не станут, если ты об этом. Я не против, сэр. Огонь по усмотрению! Противник убит! Спокойной ночи! Отлично. Впереди будут еще патрульные пункты. Комаров со своими людьми будет ждать нас в поле на северо-запад. Установи мины у двери, а затем привлеки их внимание. Ты чуешь газ? Да, Комаров. Добро пожаловать в новую Россию, капитан Прайс. Где цель, Комаров? Мы должны разыскать информатора. Сепаратисты вывели БМ-21 с другой стороны холма. Они уже уничтожили сотни мирных жителей в той долине. Не так быстро. Помнишь Бейрут? Похоже, я твой должник. Еще бы, черт возьми. Ваня, подходи и приготовься к атаке. По моему сигналу. Сюда. Отсюда ваши снайперы смогут прикрыть моих ребят. Снайперская группа на позиции. Газ, вы прикроете левый фланг. Вас понял. Прикрою левый фланг. Соу, бери снайперку. Соу, нейтрализуй пулеметчиков в окнах, чтобы люди Комарова могли приступить к штурму. Стреляй по второму пулеметчику через стену! Черт! Это же не вертолет! Ты ничего не говорил о вертолетах, Комаров. Ты не говорил, что их здесь не будет. Должны защитить моих людей от вертолета. Сюда! Быстрее, Комаров! Мне нужен этот шпион! Тебе не о чем беспокоиться, капитан Прайс. Уничтожим БМ-21 и прорвемся напрямую к этому твоему шпиону. Доложите обстановку. Сколько еще времени тебе нужно? Хорошо. Ладно. Я их задержу. Сэр, может просто выбить из него всю информацию? Пока нет.
Сэр, у нас гости. Приближаются вертолеты. В окружение. Помогите прикрыть их утес. Где наш шпион? Время на исходе. Помогите нам. Чем ближе мои люди подберутся к деревне, тем больше у нас шансов спасти вашего шпиона. Отлично. Хоть какой-то успех. Теперь за мной, как красавцы. Все. Начался окончательный штурм. Если твои снайперы нам помогут, мы... Довольно! Где этот шпион? Ты что делаешь? С ума сошел? Где он? Тебя возомнил? В доме. В доме на северо-восточном краю деревни. Не так уж сложно было, правда? А теперь в угол. Соу, газ. Мы должны добраться до того дома, прежде чем со шпионом что-то случится. Вперед. Виктор, электричество отрубили. Прибор ночного видения сильно облегчит задачу. Нейтрализуй их по-тихому. Саша,
Ты там? Саша! Что вам нужно? Кто вы? Спецназ? Это он! Николай, ты в порядке? Идти сможешь? Да. Я и воевать смогу. Орлан говорит Б-6. Спасибо, что вы... Посылку забрали. Встречаемся на зоне посадки. Прием! Б-6, на связи Орлан. Мы в пути, конец связи. Пошли! Пошли! Джексон, занять позицию. Понял, центр. Конец связи. Всем
Всем быть на чеку! Мне только что сообщили, что Алясад ведет передачу через станции полкилометра отсюда! Подвигаемся пешком. На месте заберем посылку. Вперед! Станция заблокирована и окружена, сэр. Отлично! Занять позицию на прорыв. Заходим!
Никаких признаков Аль-Асада, сэр. Хорошо. Десантники, заходим! Всем быть начеку!
тыла! Чисто! Чисто! В комнате чисто. Его здесь нет. В эфир пущена запись. Она поставлена на повтор. Да. 1-0 в пользу военной разведки. Викс, выключи ты это дерьмо! У меня все равно есть кое-что получше. Центр, говорит Красный Волк. На телестанции чисто. Аль-Асада нет. Передача шла в записи. Прием. Да. Так точно. Вас понял, центр. Конец связи. Десантники, слушай меня. У нас новое задание. Быстро собраться и на выход. Вперед! Застрял в полукилометре к северу отсюда. Нужно спешить. Пошли!